что ж вы не узнаете меня, из-за чего вообще вы нам такое уже произошло? Так вот мы и спрашиваем, из-за чего произошло? Вы должны, блядь, ну, за чего это сказать? То, что он перебил детей, то, что на него столько уголовных дел уже открыто. Вообще на всю семью. Что он старший брат, что старший брат она, уже был замечен за изнасилование. И у вас все, вот только в этом году написали на него заявление, два человека. Узнайте, влить-то... Сейчас в интернете о вас говорят очень много плохих людей, ой, вещей, но вы очень не похожи на человека, ну, которым вот рассказывают такие вещи. Вот на вас смотришь, и это рассказывают об одном человеке, да, мы видим другого человека. Скажите, вот мы просто хотим узнать, кто вы на самом деле, да, вот мы хотим рассказать правду. Суд, конечно, это ну, мы журналисты, мы привыкли говорить вот правду своим зрителям, читателям. Какую бы правду, какая правда у вас? Какую правду вы хотели бы сказать? Ну, скажу вам правду своя. Просто покопайтесь. Будьте все подробности, это выполнено. Покопаться в чем? Скажите нам, пожалуйста. Подробности касательно этой всей ситуации. Мы стараемся, мы выкапываемся в свете. Что такого ей угрожало, что вы настолько ее защищали? Задайте вопрос бывшей супруги и спросите у нее, она дала показания. Пусть будет. Так и с ней будет не считать по слову, а непосредственно от нее. Ну, мы хотим узнать от вас. Ну, я скорее сказал, мне больше нечего говорить. А вас просто рассказывают страшные вещи, абсолютно страшные, да?